У главного входа в парк столпотворение. Людям не терпится посмотреть на артистов поближе. Пожалуй, это один из тех редких случаев, когда между ареной и зрителями нет никаких барьеров. Настоящий цирк не под куполом или шатром, а под открытым небом. И, конечно же, лучшей площадкой для такого события стал знаменитый сочинский парк Ривьера, куда приходят отдохнуть всей семьей. Вообще в России очень любят, традиционно очень любят цирк. А для нас, сочинцев, это особенно еще и потому, что у нас свое исторически очень хорошее здание цирка, которая как раз к олимпийскому и паралимпийскому проекту была отремонтирована. И сегодня наш обновленный цирк принимает уже очень много программ, интересных программ Росгосцирка. Артисты цирка двигались под ритмичные мелодии бразильских карнавалов так близко, что можно было коснуться рукой перьев от их костюмов. Небольшое танцевальное выступление, и зрители вслед за цирковой труппой отправляются в парк, где сами становятся участниками шоу. Во время шествия цирк делает несколько остановок для представлений с участием животных. Мы принимали участие. У нас тоже позитив этот распространился и на наших жителей. Мы знали об этом, сюда специально пришли. И благодарны устроителям парка Ривьера за сегодняшнее мероприятие. Спасибо большое. Российский цирк приближается к своему столетнему юбилею, но при этом не стареет, а напротив расцветает. Преображается и сочинский цирк. В этом году здесь были отремонтированы кровля, фасад, гримерки. В зрительном зале установили новые кресла. На обновленный сочинский манеж сегодня выходят, радуя зрителей, лучшие цирковые труппы России. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.